На 250 примерно. Бросили еще двоих за мной прям. Давай, давай, выходи, выходи. Стой, куда ты? Давай вот на том холме сходить, или сколько там иначе? 3 километра. 3 км осталось. Справа какая-то хрень идти, слушай, справа это не... Это русский? Нет, это русский. Сейчас таранить будет. Че он? Хуй его знает. Давай валим, валим. Сзади, под нами, под нами. Сволочь. Да нихуя ему не удастся. Сейчас залетим. Хуй долетим. Пацаны, прыгай! Ты дурак. Прыгай! Нет, выпрямляй! Какая высота? Выше возьми, я скажу. Выше. Быстрее. У нас еще какая-то херня на кости. Сволочь. Он зависает. Слушай. Он что-то надо мной летает, что-то надо. Ты там прыгнул? Я выпрыгнул. Вот он нас сейчас уничтожать будет. Он сейчас уничтожен. Он садится, сука. На нахуй, пидрила, блядь. Хуя его стопит, блядь. А это кто? А это масса, блядь. Там бэтов стоит. Там бэтов стоит. А это кшемка? Видно только два бункера. Чем мне этого хватит? Даже вот два. Я тоже два бункера вижу. Кажется, подожди, я кого-то вижу. Я три бункера вижу. А, вон русские бегают. Слушай. Он в бункер забежал. Ну-ка, ну-ка. Есть, он в бункере. Тот, который к тебе ближе сейчас. Видишь же? Сидит в бункере? Да, в бункере, там где дерево такое. Еще пилить и пилить до него, но все равно. Сейчас. Так, что-то я тут посмотрю. Ты только что на лутер убивает, он там сейчас спрячется и все пиздец. Он уже спрятался. Я его уже снял. Так, вижу он там. Сняли его, не вижу. Я в первый бункер пошел, короче. Что там? Что такое? А можно чужой бункер отвоевать, нет? Что? Чужой бункер отвоевать нельзя? Можно. Так, вот он, подожди, тихо-тихо, не мешай. Вот он выбегает. Готов. Так, снял я его. Он успел захватить его? А не, он сюда едет. Подожди, подожди, тихо. 1000 метров. Прячься, прячься. Есть. Спрятался. Черт. Попадай. Сколько там? С 1000 выстрелов нормально?
типа. Это я там война, блядь. В дом чувак зашел, блядь. Есть! Ну-ка, из гранатомета я шманю на всякий. Удалось случай. На лету мне его снять. Тысячи метров. Привет. Да это твою мать! Машина едет. Мотоцикл. Есть, двоих убил. Ха-ха. Ну, высовывайся, давай. Так на меня едут, блядь. На тебя едут? На меня ехали двое, я двоих убил. Ну, вот они стали. Есть. Никель. Чё там? Чё стрелять такое? Миномёт. Лежит, не пойму. Вроде не наши. Скримус. С миномет шмаляет точно не наши. Вот это бут был. Еще один скримус к тебе бежит. Где? Все, нету. Понял. Вы прошли, тут оставили парочку ботов. С лесу что-то бежит. Тоже в твою сторону, сзади тебя. Двое, боты бегут к тебе. Вертолет наш, нет? Со стингером? Да, это боты. Нет, это наш. Не-не-не, там что-то пробежало, я видел, это точно не наше. Не, вот сейчас возле меня только парень. Один человек. Может, и ваши, хрен знает. Еще что-то бежит. О, бот. Так. Стингер кончился. Кто это? Вертушку наша, нет? Наших вертушек нет. Нет, не наша. Сбить ее? Это сейчас ботов, наверное, будут бросать.
Спрось? Парашют, пошли. Кто это подъехал ко мне? Кто бы это мог быть? Спалил меня только. Перед кем палить? Город чист, там никого нет. Ну, спустились парашютисты. Че, Мегас, ты жив? Как же, я всегда жив. Я тебя стрелял сейчас, подожди. Да, стреляю. Сейчас разберусь с вертолетом. Блин, Стингер не восстановился. Сейчас бот снимает. Бот к Мегазу бежит с ТЗ-кой. Уже нет. Там дофига ботов-то бегают. Пока ни одного не вижу. О! Шикарно, какой-то чел. Где? Сейчас погодь. Так. Что такое это? Да баньки в этих чертов. Видите кого-то? Народ. Чего? Кого-то видите, нет? Боты. Понял. Кони. Рот, а что делает это повышение? Повышение? Чего? Дает очки тебе дополнительные. Да, у меня капрал повысил. Технику водить ты сможешь там какую-то. Смотри, что это.
У нас прям при Машке находится бота. Где? Рядом с Машкой. Если кто-то хочет, я на дубке Машку развернул. Новая порция ботов летит. Вообще русские-то есть? Я не вижу. Просто как-то странно. Блин, а их не так уж и много. Фигня, ну ё. Они с минометов откуда-то бомбят. Вон парашютист. Русские. Спрыгнули. Еще 200 метров, что ли? Видите его, нет?
ёб твою мать. Куда? Вулкан. Готово, плиз. Куда он делся? Респаунд, плиз, and go to main target. Твою мать, взорвали. Мало. Где они? Откуда стреляли? Чем мы захватили, да? Да. О-о-о-о. В лесу один. Конкретнее. Ренато 106-059, там один человек, русский. Угу. Там он с лидера отряда там. Кто сейчас на велике едет? А вон Машка русских увозит ее. Падают что ли, нет? Флаги. Че за хрень-то, а? Кто у нас в отряде-то, блин? На велике только что ехал. Ну, не я. Скример? Нет, я у Веверта стою. Че, ну да, ты у Ветра. Блин.